вначале я очень нервничала, потому что я не знала, куда мне поступать и что мне делать с будущим, чем заниматься. Поэтому мои родители помогли мне, и я думаю, что благодаря своей семье я переехала в Канаду и получила хорошее образование. Я выбрала Канаду, потому что мне очень нравится эта страна. Она считается очень популярной для обучения за границу. Поэтому я выбрала Джордж Браун, так как колледж находится в самом центре. Колледж очень превзошел мои ожидания, потому что он сам по себе очень уникален. Мне очень нравится программа и само обучение, так как я не только учила теорию, но и получила возможность использовать свои знания на практике. Мне очень нравится сама система в колледже, так как учителя обучают своих учеников не только теории, но и практике. Также мне очень нравится разнообразность коллектива в колледже. У меня была возможность общаться с людьми разных культур, и я очень много выучила и стала более уверенной после окончания колледжа. И я очень благодарна, что получила такой опыт. Конечно же, я рекомендую всем своим друзьям, знакомым, и также всем, кто хочет когда-либо учиться за границей. И также, даже если вы не уверены в себе или нервничаете, все равно получать опыт за границу и обучение — это большой опыт и также большой риск, но это того стоит.